Короче, мы должны победить эти головоломки все. И самое главное, это посмотреть наши записи. У нас здесь есть обучение разное. Вот. Там еще, видишь, книга должна быть. Книга у меня есть. Пойдем. Лежи, лежи. Не вставай. Наверное, то он так и не поднялся, YouTube. Видимо, это не судьба. Ну, он типа 45 секунд был в онлайне. Ну, я не знаю. Это бред полный. Или переходи на Twitch, или я не знаю. Или это только записи там выкладывать. Смысл метро проходить. С такими вот приколами. Кстати, на 12-м DirectX гамма получше будет цветовая. Приятнее чувствуется. Ну, что-то открыл, да. Еще непонятно, что конкретно, но... А мне нужно... Угу. У меня есть ненужный предмет. Это хорошо. И я теперь могу взять вот эту руку и объединить ее. Вот теперь идеально. Что сейчас будет? Чутенько. И... Скипетр.
И где мы его сможем использовать? Давай для начала его осмотрим. Короткий посох. С драгоценным камнем. Красный камень. Сюжетный предмет. Похоже, дорого стоит. Да. Похоже на то. Короче, старость мы себе обеспечили. Осталось выбраться отсюда. Там еще пленку надо будет проявить. Не знаю. Ну, попытаться выйти куда-то, хотя там на крыше. И музыка сразу меняется, да? Ну, это мне, наверное, кажется. Я пойду сохранюсь и схожу еще в другое крыло. Это, говорят, опасно их расстреливать. Я думаю, как-нибудь мы узнаем, к чему это приведет. На самом деле, я думаю, это все ерунда. Пойдем воевать с этим окорочком. Ну, скипетр я там не могу применить. Ну, по крайней мере, что-то другое. Заберем дополнительный инвентарь из сейфа. Тут есть комнаты, в которых мы еще не побывали. Даша на постоянно на ютубе идет трансляция. Отсюда забирать все. А у меня... Опять, у меня инвентарь полный. Два ножа. Камень этот. Не знаю, где его использовать. Может, его пока сразу в хранилище положить. Допустим, положить сюда... Не, пленку я беру с собой. Ключ мне уже не пригодится. Ну, пусть лежит, я потом его выброшу. Пусть будет так. Не знаю, я пока даже не имею ни малейшего представления, где он мне пригодится. Сразу сохранюсь. Потому что я могу не пережить эту встречу с окорочком. Заберем отсюда все. Тут еще патроны где-то. Перейдем в другую комнату. Ага. Девять, пятнадцать, семь.
Если сейчас выйти сюда надо, там этот окорокчок сидит. Это не взрывается? Это обычные огнетушители, как они могут взорваться? Его вообще можно убить? Используем тактику дверь. И сдохну. Посвети на него. Мерзкое создание. У меня карта, но от чего она? Тоже от какой-то оружейной. Комната с записями, там вообще зеленый ключ нужен. А, червовая еще есть дверь. Здесь кнопка нужна. Это ж как... И где я могу это применить? Где-то был еще этот шкаф, да? А, вот. Ой, как хорошо. Всего 4. Патроны я собирал. Нужно будет их забрать. Пошла, но она вылетает. Вылетает. А если скинуть настройки графики на минимальные, то, по-моему, работает. Но у меня пропало все желание. Ну, в принципе, можно подождать, пока они просто стабилизируют. Видишь, здесь еще набедренная сумка есть. Пойдем сюда тогда. Он почти червовый. Или зеленый. Червовые, а это трефовые. Ну или трефовые. Трефовые, наверное. Не знаю даже, куда теперь пойти. Пойдем, наверное, в другое место. Можно еще на второй этаж подняться. На карте только посмотреть, как туда добраться. Сейчас направо, потом направо и налево. Ну что, проверим дробовик.
Тащи. Держи. Ну так, конечно. Ой, хорошо, воблы, конечно. Ой, просто отлично. А у меня даже пивко есть, я сейчас пойду налью тебе. Надо было кальмарчиков под него только взять. Куда это я пошел? Мне надо в другую сторону. А, нет, в другую у меня не получится. Разве что через командный пункт, но я не туда вышел. Нам надо развернуться. Вот здесь где-то, да? Тут как-то можно? Да. Работает спецназ. И мы сейчас идем прямо и налево. Направо ничего нету, там западный офис. Пойдем в фотолабораторию. У меня пленка есть. Кстати, смогу там мои патроны на дробовик взять. Лежишь? Лежи. Дохлая тварь. Окончательно уже. Вот, смотри, что я могу здесь положить. Пленку нет. Большой магазин. Забираем дробовик. Патроны на дробовик. Их не так много, всего 7. К сожалению. Ну и пойдем пленку проявим. Так это тебе привезут, что ли? Или где ты заказал-то? Или ты сейчас в магазине где-то? Или домой прям? Или кто-то идет, и ты такой: а возьмите мне еще вублы. Трехзарядный, кстати. Пленку посмотрим сейчас. Вот, смотри. Шкафчик на третьем этаже. DCM. Кстати, я тебе рассказывал, да? Я же уже на новой работе. 2 дня отработал. Ай, за Астрахань. Ничего себе, слушай. Шикарно. Прям то, что я искал всю жизнь, знаешь? Как вот говорят, ты ищешь работу, а эта работа тебя нашла. Прям я читал до этого, что... Ну, типа, наша... Ну, короче, такая книга, она довольно спорная. Я не совсем там согласен. «Квантовый воин». И там было написано... Ну, что типа наше подсознание моделирует реальность, в которой мы живем. Ну, я когда на заводе там в подвале находился, мне надо было его чистить, и я там день рождения свое отметил, Ира на день рождения. Я сомневался, что мое подсознание, ну, моделирует такую реальность страшную для меня. Ну и за что? Но там же как бы были такие как бы фишки, что своем, ну, надо верить в то, что подсознание наш друг. Ну, если это так, то вот оно смоделировало мне работу моей мечты. Я ее искал, искал и нашел. Работаю удаленно с 12 дня до 8 вечера. Над душой никто не стоит.
очень много плюсов. Конечно, сейчас много приходится учить, но все в кайф вообще. Все, что... Все связано с компьютерной техникой, с новыми этими технологиями, всеми программами новыми. Сфера деятельности очень интересная. Платежные шлюзы между терминалами и банками, настройка этих шлюзов, написание программного обеспечения. Все клиенты иностранные. И у меня работа заключается в координации IT-проекта этого. Так, а там была фотка у меня. Я ее проявил. У меня DCM. Пойдем на верхний этаж. Надо посмотреть только, где мы можем подняться. А, мы там сразу. Ну, да, мне тяжело это объяснить, но я рад, что ты понял, о чем я. Ну, я просто перед тем, как попасть на завод, я тоже же отыграл в покер столько и думал, да вот, играть в покер тяжело. Легче пойти физически где-то, даже тут же вагон разгрузить. Я так заблуждался, ошибался. На самом деле физически работать намного тяжелее. Я даже не представлял, насколько. При том, что хорошо, когда ты пошел на стадион и там мышцы свои покачал, размял. Другое дело, когда тебе каждый день надо работать. В любом состоянии, с хорошим настроением, с плохим. Но тебе надо физически работать. Физически переносить лестницы, физически поясами страховаться. Ну, как бы инструменты, все. На твое самочувствие... Это только в теории. Ты работаешь на заводе, ты социально защищен. Но если ты начинаешь пропускать работу, то ты очень начинаешь страдать по зарплате. Даже на больничном. Лучше вообще не пропускать. Ну, там DCM вроде же было. Я на третьем этаже сейчас. Здесь, наверное, какая-то штука, может, CBL? Нет, ну, вроде как все правильно. Почему? Они поменяли. В чем фишка? Я не понимаю. Где-то есть еще один шкафчик.
Наверное, это не этот шкаф. Хотя это третий этаж, я больше нигде не встречал его. Или что-то надо как-то переставить. Но не было записки. На один, на два, на три. Давай сами попробуем. Наверное, какая-то была записка, которую я... Которую я просто не прочитал. Ну давай перечитаем то, что есть у меня. Просто фотка, инструкции нету. Это мы сделали. Так а когда пиво будешь пить-то? Когда рыба приедет? Ты знаешь, там просто уже ничего нету. Я не знаю. Я не могу додуматься, к сожалению. Будем искать дальше. Там есть еще патроны для дробовика. Вот и думаю теперь, как дальше поступить. Пойдем уже тогда в другое крыло. А, это же второй этаж был, да? Это не был не третий этаж. Это был второй этаж. Вот что оно, Михалыч. Нам надо еще фотка от второго этажа. Так, Коль, ну ты же мне тоже отправь тогда. Чтобы я тоже заценил. Потому что я уже, как представил это в голове, у меня тоже уже начало там все с ума сходить. Для револьвера. Лучше бы для дробовика положили. Маленькая победа. Если сможешь, ссылку кидай в этот тогда. В мессенджер. Мне проще будет. Или в Дискорд, если у тебя Дискорд под рукой. Ну, куда удобнее. Только не в чат, потому что с чата мне сложнее всего будет ее вытащить.
На самом деле, я думал, дробовик будет поубойнее. Да я здесь все почти обошел. Я в библиотеку сейчас, если попаду. А мне как-то надо еще в часовую попасть. А там нужен ключ. Хотя там что-то живет. О. Может, обойдем просто? Как ты думаешь? С него же ничего не выпадет интересного. Третий этаж, подожди, третий этаж. Это я в библиотеку попаду? Не знаю. Может, убить его? По крайней мере, попытаться. Я обделался только что. Может быть. Зачем я это? Зачем я с ним связался? И? Быстрее, быстрее. У меня есть еще один. Хорошо два ножа носить. И спустила дух. Сейчас проверочный контрольный. У меня, кстати, где-то были эти листочки зеленые, надо их покурить. Мне показалось, там еще один. Я вот не знаю, было бы здесь хоть что-то полезное. Точно тут нету ничего. Там какой-то домкрат надо. Где его взять? Я тоже ума не приложу. Ну, мог бы и перепрыгнуть, да? Ох уж эти игровые условности. Короче, так, я себе, конечно, здоровье подпортил. Фух, если бы я поднялся сейчас наверх, то ничего не выиграю, на самом деле. Это вот единственное, это надо решить с этим домкратом, но у меня ничего нету. Рубин я туда точно не вставлю. Здесь мы закончили. Эта дверь, наверное, с другой стороны открывается. Можно будет потом выйти. Надо идти лечиться. Я, кстати, вчера Alone in the Dark уже закончил. Продолжение аж уже под Новый год выпустят. Они, так сказать, растягивают по максимуму удовольствие. И хорошо, мы сейчас, значит, должны взять, во-первых, какие-то цветочки. Красный камень возьмем с собой.
Так, берем травку. Как тебе, кстати, эта колдата? Ты сам не смотрел ее? И сохраняемся. Так, пойду-ка я за напитком. Сейчас подойду. Так какая к нам приставках, если мы в нее играли? Коль, привет. Да я не знаю, он глючит. Да он не выключенный, он просто вырубается постоянно. Надо брать, Коля, ник уже. Европа коронавирус. Что у вас там, кстати, слышно за коронавирус? Колда, я не знаю. На самом деле, я ее когда первый раз увидел, я, короче, такой, знаешь, вообще, ну, думаю, блин, ну, бред, опять очередной бред. Ну, потом я увидел, она, типа, бесплатная. Ну, думаю, ладно, можно попробовать, вроде карта другая. Ну, попробовал, ну... Ну, когда графика включена, да, приятно, там, дымок, эффекты такие. Но потом, когда она вылетела, я понял, что, ну, знаешь, просто пропало все желание наслаждаться. Ну, вряд ли я в нее буду играть. Я, когда ее первый раз увидел, у меня была мысль, я даже бесплатно в это играть не буду. Ну там ты ее через этот качаешь, через... И там же она бесплатная получается. Тебе не надо ее покупать. Через Battle.net. Там где Диабло твоя нелюбимая. Ты заходишь и там получается Warzone бесплатно, а сама колда платная. Так, нам в другую сторону. Мы тут закончили, да? Да. Блин, игруха, конечно, ламповая. Фруктоза это Коля. Николай Гаранский на ютубе. Так, и я могу это открыть. Нет? А вот вы мне скажите, это отличается? А, это бубновый. Бубнокозырь. Молодец, что зарегистрировался. А то нам тебя тут не хватало. Я вижу, ты пишешь, а у меня потом вообще перестало закрываться. Я на телефоне специально запустил. Я перезапустил стрим специально, включил 12 DirectX, оно ничего не помогло.
Они везде. В Лондарке остались теперь только испытания. А где же я возьму этот ключ? Наверное, на камень поменяю. Ну, игра 3К стоит, она в рублях вроде не 3К стоит, а 1,5. А в ривнах это 700. А что ты там за татуировку решил сделать? Наверное, прабаб? Кстати, что у тебя там нового? Я, кстати, тоже ни одной татушки нету. И желания нету. Таких ключей вообще у меня нету. Монетки? Да я не знаю, там... В игру какую-то можно играть. Монстра какого-то убивать все вместе, по-моему. О, там что-то шевелится. Там этот жирный, наверное, да? Узнаю. Как положено по специальности. Не, ну я так понимаю, конечно. Ну. Меня это все как-то обошло стороной. Мне по специальности не надо. Хорошо. Кстати, Коля, у нас тут казус недавно был. Пришел человек. Бяка. Бяка Бякович. А я думал, это ты бабайку переименовал в Бяку. И начал подшучивать. Представляешь? Ну, мы потом разобрались, что к чему. Я не знаю, как там можно удержаться, если там вокруг все бьют. Это, наверное, сложно. Да я знаю, но у него ник был Бяка. Я думал, это Коля, который Гаранский. У него ник есть еще. Бабайка. Я подумал, что Бабайка и Бяка это... Где-то рядом. Бабайка стал, думаю, ребрендинг произошел, и Бабайка стал Бякой, Бяковичем. Как ты с бизона, смотри. КС. Бизон это святое, особенно в Дейзи. Коля, ты когда начнешь в этот Тарков играть? Ну, мне кажется, это игра для тебя. Так, ладно, я уже тогда говорил, буду кого-то Колей называть, а кого-то Николаем. Они все-таки решили встать и догнать меня. Тарков — это игра такая.
Не, ну я курю могу назвать еще несколькими именами. Тиназос, фруктозе, фруктовый, фрукт. Крольчатинка. Недавно где-то увидел у тебя в PUBG же ник крольчатинка. Восточная кладовая. А что там интересного? Там цветок. И все. Наш ковер. Цветок и все. А здесь дверь. Ну непонятно, как ее открыть. Опять же, видимо, с другой стороны. А, дверь в холл даже. На Твиче задержки нету. Я, кстати, никогда не думал, что Твич победит. Куда-то я вышел. Это балкон. Вообще как льет-то. Ну, мы можем слезть здесь. Я хочу взять дробовик. О нет, я же там еще не совсем закончил. Как хорошо, что не на голову. Мечик, долго служить. Это за любопытненькие. Ух. И нам, значит, как эта емкость нужна будет. А я смогу отсюда уйти? Нет, вряд ли. Теперь только вперед. Вертолет отсюда кажется таким маленьким. Кабина вертолета. Может, это после падения? Запасной выход. Ну, осмотримся. Как вам игра, кстати, страшная? Я не понял, ну как бы я понял, что стримов много, только я за чат ничего не понял. Не знаю, мне кажется, там что-то гигантское.
Ой, два цветочка два. Здоровье лечить. Я даже не буду пока их брать. Хотя... Местами. Местами вполне. Коля, короче... Пацанов уже досмотрел, теперь советую всем знакомым этот сериал. Классный, мне понравилось, как супергероев мочат. Почему ж так долго? О. God damn it. Я разочаровался в этом дробовике. Я думал, их просто будут разрывать. Не, да у меня тогда... Я же тогда проходил... Как раз неделя такая раз... напряженная была с этими со всеми... собеседованиями, там, подготовками, заданиями. Плюс еще на работе так долго. Пока доедешь с той работы. Опять встает. Ты смотри, как еще можно встать? Ну, голова на месте, да? А что на нас? Так у нее рук только что не было. Все равно хочет укусить. И уже нету патронов. Практически. Четыре патрона и все. А это еще что? Давай теперь проверим. А, я переключил, вот видите, тут труба еще одна. Все очень просто. Оно теперь оттуда побежит, потечет. И теперь мы сможем с другой стороны зайти. Ой-ой-ой! Jesus Christ! Нафига? Я не хочу. Дробовик этот... Так. Так, убери его. Ой-ой-ой-ой. Так, у меня как это... Это ерунда на весь экран. Сейчас. Страшно, да я выключаю уже все. Прощай, геймпад. Где моя граната? Так, 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 так.
Не надо сюда идти. Что это было? Можно кто-то позвонить, чтобы его забрали? Ну мы поняли, нам туда нельзя идти. О, ключик. Кто-то потерял ключ. Кстати, классно сделано. Надо взять себе на заметочку. Поздно уже. А представьте, он сейчас решит вернуться. У меня на такой случай есть. Идет. А он где-то ходит или вообще, или по-нашему это же или нет? У меня аж мурашки. Он где-то по зданию ходит. А, вон он. Survive, мазафака! Будет знать наших. Прощай, коронавирус. Так, а что здесь у нас? Нет, он опять ходит. Он очухался. Ну ладно. Смотри, что у меня еще есть. Ты давно мне предлагал его взять. Так, где на складе у тебя? О, сейчас ему будет хорошо. Мне, кстати, это придает уверенности. А мы, кстати, здесь... Все смотрели, нет? Наверное, да.
Котельная там у нас только печатная машинка, коробка и порох остался. Ну, нам нужно возвращаться. У нас ключ появился зеленый. Как он вообще пережил попадание? Ну и... Черт, где он? Мне все равно не по себе. Мне кажется, что он сейчас со спины. А, ему тоже... Ему тоже страшно. Хотя... Лучше не то слово. Может, это супер какой-то? Короче, дело плохо, пацаны. Дело пахнет керосином. Кстати, а что тебе за малого не понравилось в сериале? За того самого маленького? Когда у него с глаз лазер шел? Или в конце? Теперь он за нами еще бегать будет. Я, кстати, уже не помню, где здесь можно ключ этот применить зеленый. Опять где-то совсем рядом. Ничего себе, ты смайлы какие нашел. Он уже здесь. Давай просто убежим. Может, он сюда не придет? Предлагаю сохраниться. Ой, нет, он пришел. И как мне теперь быть? У меня уже перегрелся ствол. Ой, нет, это тут тупик. Я надеюсь, он сюда не залезет.
типа всех спас. А я не знаю, ну а что будет в сезоне во втором? Не, ну я понимаю, что там можно придумать. Ну а чего? Тем более такой успех. Как суперы бы так и поступили. Бутчер, мясник. Я думаю, он бы одобрил бы план. Мне негр понравился, кстати. Да и француз классный. Ладно, давай спрячем пока эту штуку. Где он взялся на нашу голову? Кстати, зеленый ключ я смогу на карте найти. Жили себе, не тужили. Надо сейчас развернуться. Сюда. Прямо, а потом налево. Как-то тут перебраться. Так, а теперь вниз. Так, творчество. А здесь новенького, что еще есть. Ты Джокера, кстати, посмотрел? Все. Вот, зеленый ключ. Нам сюда можно маркер поставить. Идем прямо. И потом до упора прямо. Да он нас так угостит, мне кажется, что мы больше уже это не переживем. Ай, да ё-моё, да ну как так можно над людьми издеваться, нет. Надо было или мафию, да уже Лонгдар закончился, надо было или мафию... проходители. Я больше это последний хоррор, в который я играю. Где оно? Черт, у меня для тебя есть подарок. Стой, сейчас держи. Оно идет. Оно уже здесь. А мне куда? А мне прямо и вот ключ. Закрой. И поверни ключик. Берем этот вазелин. Реклама какая-то на этих, на боты, наверное. Не надо. Здесь закрыто. Слушай, ну это очень нервная игра.
Нет, он... Ты как ты сюда попал? Выйди! Чудак. Все хуже и хуже становится. Что? Ух ты! Приспособление. То, что я ищу. Здесь что еще? Порох. Порох оставьте себе. Может запихать ему туда? Поглубже. Как я отсюда выйду? Возьми вот это. А как мне выйти отсюда? А теперь гранату ему туда. Нет? Нет? Посмотри. О-о-о-о. Ё-моё. Да как? Изади, изади. Чур тебя, чур. В следующий раз надо какие-то напитки брать крепкие. Вот кто-то, зачем они это сделали? Давай быстрее. Просто валим отсюда. В другой штат. Коль, зачем ты этой ерундой занимаешься? И так стресс у нас у всех. Тебя не все будут понимать. Стоп! Ну? Где он? А теперь вот это, то, что я тут настроил бы... Он же теперь просто воспользоваться плодами моих трудов. Он, по-моему, он потерялся. И где это я? Просто жесть какая-то. Да, на русском, я думаю, на русском. Мне приходится переводить. Ну, так, это что тут? Шестеренки какие-то. Ну это не то, да. А вот записочка. План ремонта. Ну, я почти слесарь. Сейчас почитаем. Место: часовая башня в западной части полицейского участка. Ввиду высокой исторической ценности колокола
Мне пришлось доверить его ремонт специалисту. Подробностям поделюсь, когда он прибудет. А пока просто закреплю колокол, потому что хомут вот-вот треснет. Давайте ему на голову этот колокол скинем. Блин, он уже где-то совсем рядом. Еще так темно. Как он меня находит? Я ему точно на голову этот колокол скинул. Ты просто, ну, как собака, да? Ну да, не поспоришь. Там какой-то газ. Много пороху. Страшно нам? Может, не всем, но мне да. Я не знаю, но это на подсознании мурашки появляются. У меня в Атласте такое было. Ну когда дура за тобой такая начнет бегать. Я просто переживаю за своего персонажа. Я представляю, что я там. Нам как-то надо будет подняться сейчас наверх. Плюс управление это на геймпаде, и когда начинается движуха, я начинаю кнопки путать. Это самое интересное. Это добавляет изюминку. Ну. А кому сейчас легко? Надо как-то туда забраться, там инструменты. Подожди, я сейчас выйду в холл и обойду. Не-не. Не, Кольт, это манекен и... Ничего, ты думаешь, я за него мщу? Вон он стоит. Или это... Не, это не он, это обычный зомбак. Он бы уже шел сюда. Он со мной на этаже, нет? Я его... Он внизу. А, ну ходи, ходи там. Удачи тебе. Все, наши пути разошлись. Пошел, смотри. Иди, да, иди в библиотеку туда, почитай там. Все, за меня забудь. От меня уже не пахнет. Подколол так подколол. Отомстил, да. Кстати, что там Витязь? Русский Витязь. Ох ты, я за него забыл, что вообще такой человек существует. Напомнил мне. Витязь классный был. И он что-то и так к тебе прицепился. Кстати, не он один. Как он нашел сюда путь?
Закрой. Так. Ребята. От меня уже запаха не было. А он меня нашел. Так, такого ключа у меня нету. Где мне этот ключ еще взять? У меня больше идей нету, я ни камня не находил, ничего. Холл, балкон. Он рядом, вы слышите? Меняется. Зачем я на балкон этот? Блин, отвали от меня. Он тоже будет прыгать? А, ну да, мы же тут с ним встретились. Фух, я уже не знаю, куда идти. Наверное, надо идти туда, на парковку. У меня другого нету пути. Так. Идем на низ. А коль не, а где оно было? Да у нас вчера неприятность была. У меня, получается, крестница упала и ударилась об батарею. Там мы тут все немного были в кипише, я вообще ничего не читал. Там скорую вызывали, думали, надо зашивать, не надо. Нет, стой, мне не сюда. Он меня здесь не найдет, я сейчас на парковку пойду. Да. Скорая приехала, говорит, зеленкой помажьте. У нас нету. Тут даже миниган не помог, пацаны. Отдай ножичек, он мне еще пригодится. Я на парковке. Куда пойдем? Там где-то какие-то надо запчасти. Я думал, у меня уже все есть. Ого! Держи, хавай.
Понятно. Короче, тебе весело было. А я вчера смотрел бои, но после боев довольно тяжело заснуть. И думал, надо что-то вырубить. И включил, как какой-то чувак играл в Fallout 76. Ну, настолько скучная игра, что я сразу почти заснул. А тут надо карточка, я не знаю, как ее. Могу себе представить. Но если мы его сейчас здесь встретим, то всем капец будет. И ты к Коле тоже ссылку кинь. Может, он забудет о своей неразделенной любви. У него там трагедия, кстати. Как, какие там новости из села? Тут еще надо что-то? Да хватит, ну все, включаем. Чё тут еще не хватает чего-то? Может, я что-то оставил в сейфе? Пошли посмотрим. Я даже не знаю. Ничего себе. Не работает, пацаны. Так, а нету ни клипов, ничего, да? Жаль. Короче, я рад, что ты не скучаешь. Так, а ты мне по поводу Таркова так и не ответил. Коль, да? Чё ты сразу устроил? Скажи, все нормально. Удиви. Посмотрим, что будет. Серьезно? Все-таки решил придерживаться моего плана, вернее, совета. Они же под счетом, да? Блин, да куда нам идти теперь? Мы что-то упустили. Считыватель, считыватель, там карточку надо забрать. Мы где-то что-то упустили. Ну ты даешь. Ребят, не знаю, куда идти. А, там он закрытая дверь, может, мы ее откроем? Нет, не откроем. Все-таки, может, в генератор, ну, еще раз сходим? Я уже не знаю. Первый раз я столкнулся с такой проблемой. И генератор, там цветок точно есть.
Ну ничего, все бывает в первый раз. Тут и завалы здесь устроил. В следующий раз рыбки себе бери. Просто столько предметов в разных местах находится. Может, у меня что-то есть еще в рюкзаке? Ну, не в рюкзаке, а в нычке моей. Сейчас проверим. Вот, видишь, ты уже поступаешь как профессионал. Может, гранату еще одну взять с собой? Ключ, который уже не нужен, его выбросить надо. А я наивный, думал, с РПГ мне поможет. Он же сюда добрался, вы слышите? Ходит. Доски, кстати, наверное, тоже пока выложу. Просто у меня есть камень, я не знаю, где могу его применить. Все-таки 12 DirectX довольно хорошо выглядит. Все, у меня тут даже ничего нету. Уходя, гаси свет. Там моя комната отдыха. Ну только... Ну как бы вот есть восточный еще выход. А, есть вот комната наблюдения. Пошли. Пошли, я понял, ребят. Да я понял, что ты не... Это же шутка у меня такая, что ты уже как профи. Все, мы нашли. Пойдем. Смотри. Мы сейчас туда вернемся. Наверное, лучше в руки даже взять. Вот. Подожди, стрельбище. Нет. Немножко не туда. Ну, это самое главное. Видишь, рецепт сработал. Сейчас идем прямо, прямо, прямо. А вон эксит, видишь? Все. Заходим в восточный офис. Где-то? Где я видел? Ага, вот. Как мне теперь туда попасть? Через лестницу.
Мне надо в комнату наблюдения. Так. Здесь у нас патроны, порох и порох. Ну давай все заберем. А он так ускоряется вообще? Он уже совсем рядом, да? Ну мы выйдем отсюда. Спасибо, Коля. Так, как мне попасть в комнату допросов-то? Надо будет как-то спуститься на первый этаж. А тут у нас восклицательный знак. А, еще один сейф. А от этого сейфа у нас была инструкция? Не было, ребят. Не было инструкции. Это я вам официально заявляю. Нам надо червовый. Вот сейчас надо как-то пойти или на галерею попасть, или... Галерея, она вообще, у нее один выход, надо сюда побыстрее убираться. У меня задача, короче, на первый этаж сейчас спуститься. Вот. Лумина, а? Да. Мы сейчас попадем туда, куда нам надо. Вот одна дверь, она в следующую. Ну, кстати, эту дверь не сможет сразу открыть. И? Да ну порох, это не идти. Смотри, у нас появилось в инвентаре. Все, этот ключ нам не пригодится больше. Отчет. 14.98. Помните этот год? Книги читал, читал по работе, книги читал по управлению проектами, потом еще на улице прогулялись с Дашей, продуктов купили. У нас очень ветрено вообще, прям сносит. Коля, уже пришла рыбка. Да. Так, второй этаж. Причина конфискации. В обозначенном месте был обнаружен подозрительный мужчина. После обращения офицера он попытался прикинуться растерянным, но был задержан. При нем была найдена записка. Замечание. Мужчина хорошо нам знаком. Это Джастин Хэнсон, 39 лет, житель города, холост, не раз оказывался за решеткой. Нельзя сказать, что он последний негодяй, просто ярый клептоман. Хотя попытка что-то стырить из полицейского участка — это что-то новенькое. Он кнопку не украл? Что за 6211? А, это сейф, смотри. Ты помнишь, мы только что сейф где-то нашли? 6 слева, 2 вправо.
Там, наверное... Ну, вернись, вернись. Смотри, какая шкатулочка. С рубинчиком, наконец. А мне наверх, кстати, надо. Там сейф наш. Разбили окно, ты представляешь? За ними наблюдали отсюда. Даже допросная. У меня такого нету. А, ключ, наверное, в шкатулке, да? Мы сейчас откроем, смотри. Нет, она... Что? Мешками, ну, счастливчик. И что нам этот жетон даст? Вы представляете, надо было шкатулку собрать, столько всего сделать, чтобы получить этот жетон. А, он с секретиком. Электроны. Наверное, от парковки. О, живем, пацаны. Фух, я думал, вот вы видите это отражение? Вы поняли, да? Я уже приготовился. Но она другая по вкусу. Мне теперь надо наверх подняться. Но там этот человечек уже за мной идет. Может, он сбился? Ладно, у меня все-таки миниган. И вот мы на месте. Почитаем эту записку. Шесть, два, одиннадцать. У меня только Матильды самой нету. Я думаю, когда-нибудь будет. Да, сало, конечно. Но сало-то с пивом не очень. Пойдем, мы, наверное, сюда сможем. Не, ну я сейчас спущусь. Ой. Сейчас он такой раз меня за ногу. Юношеский максимализм. Вот как это называется.
Да представляете, это полицейский участок в таком месте открыть. На месте старого музея. А музей на месте какого-то исторического особняка. Нет? Так, тогда что у нас еще? Панель управления, может это быть? Но у меня особо шансов-то нету никаких. Ну, вариантов я имею в виду. Так, можно и спрятать это. Чего-то не хватает. Тоже нет. Какой-то запчасти не хватает. Мне больше с ребрами нравится. Со свиными. Но опять питомник. Питомник, мор, генераторная. Я уже не знаю, куда идти. Ну пойдем опять в генератор, наверное. Приятнейшее место. Ладно, генераторы. Берем цветок. Здесь, наверное, что-то все-таки осталось. Вопрос там в том, где я могу применить этот жетон.
Да, закончили мы в генераторной. Какие бред. Да это надо к холодильнику идти. Я думаю, хватит на сегодня. Бокальчик выпил, и достаточно. Гублы нету. Не, конечно, молодцы, придумали такие лабиринты. Забрать, может, этот цветок? USB ключ, по-моему, был где-то комп какой-то. В другую сторону. Кому-то уже хватит, наверное. Ну, что изменилось? За нами это чудо бегает. Скорее всего, мы на правильном пути. Комната отдыха. Тогда нужно отсюда уходить. Поднялся я и... Там только комната отдыха, ничего интересного. Ты как Басков уже. Николай, Николай, Коленька. Да. Я не знаю, ребят, не знаю, честно. А, тут есть запертая еще дверь. Нету ее. Не понимаю. Цветок. Единственное, что у меня какой-то шанс это есть. Но у меня нету красного ключа, вы понимаете? Я не пойму, куда мне.
Вот дисковый замок есть. Что я там могу применить? Пойдем на крышу. Опять же, на крыше ничего интересного. Мы здесь были уже столько раз. Наверное, надо заканчивать с новыми силами. Да, жесть. Да не пошел, ну просто надо свежий ум здесь. Куда идти, я не представляю. А, у меня, наверное, еще где-то бубновый неиспользованный ключ. Сейчас я его найду. Надо в другое крыло просто идти. Вот эта дура опять бегает здесь. Из Уфы. Красного у меня нету. А вот ПК. Значит, просто идем на другую сторону. Я вот чай люблю пить. Черный. Ахмат. Английский завтрак. А если в зону отдыха мы сможем пройти? А, она не открывается. Сейчас я ее с другой стороны открою. Вот, и мы сюда идем. В другое крыло только.
Короче, это почти спидрон. Ага. Этот там уже очухался. Тёзка Даши. Насмешил так насмешил. Можешь, когда хочешь. Дисковый замок, я не знаю. То есть ты хочешь сказать, что ртучек еще впереди будет? Ну, вот. Вуаля. И все, уже, наверное, можно выкинуть этот ключ. Да? Где комп? Компа нету. Потому что я не в офис зашел. Я в прачечную зашел. Так, замок этот мы сможем приоткрыть. Я уже, кстати, 100-500, уже 100-500 лет не смотрела. Там мы сможем сумку забрать. Хорошо. Если не забуду. Может, там действительно что-то смешное. Я думал, уже и шоу этого нету. И вот я, кстати, могу использовать наконец эту флешку. А теперь я, наверное, узнаю супер какую-то интересную инфу. Может, сможем что-то открыть? О, да.
Куртка какая. Ромовый ястреб. Может, он мне сможет помочь? Что в этих записках? Письмо членам. Классным ребятам из Старс. Ну как вы там в старом сыром участке? Еще не прогнулись под старину Айронса? Как у меня дела? Я только со свидания с горячей цыпой. Думаю, не стоит объяснять, чем мы там занимались под ее громадным зонтиком. Европа — отличное место. Одного месяца не хватит даже и на сотую ее часть. Может быть, я продлю отпуск еще на полгода. Ничего себе. Барри, даже не думай о том, чтобы приехать ко мне. Ты же не хочешь, чтобы дамочки плакали, да? Так что оставь их мне. Джилл, если будешь обращаться к Клар, скажи ей, что все отлично. Крис Редфилд. 29 августа. Ну и что это нам дает? Давай посмотрим эту записку более внимательно. Знаешь, я ничего, может, тут какой-то есть скрытый, типа по буквам там или еще почему-то, но... Револьвер, мне что, им отстрелить ему яйца или что? Ну, это еще не все, я так понимаю. То есть я смогу здесь еще какие-то ключи применять? Блин, ну сложно все на самом деле. Ну открылся, ну взял револьвер, ну и дальше что? А? Мне это никаких ключей не дало, ровным счетом вообще. Я могу его еще и, кстати, забрать. Все. Думаете, это мне поможет против этого чувака, который за мной бегает? Я думаю, нет. У меня есть патроны. Что еще здесь? Ну, хоть какой-то намек. Никак. Ну, кстати, мне кажется, это ее плюс, что тут надо, по большому счету, здесь мы рано или поздно, ну, находим путь. Наверное, здесь просто думать тоже мало.
Просто когда в то время... Нет, ты знаешь, мне, наверное, с миниганом будет спокойнее. Этот пистолетик вряд ли... Хотя, подожди. Да. Это не работает. Думать и говорить это сложно. Хотя, с другой стороны, она настолько спокойна, эта игра, что здесь как будто местами начинаешь медитировать. У Коли мельчик с коньяком, так что. Мне, короче, надо червовый ключ. Где его взять? Пойдем заберем сумку. А дальше уже решим. Порох можем забрать. Ну, у тебя возника. Можешь головы им рубить. И мне, наверное, тоже. Куда-то я зашел. Почти в правильном направлении. Ключа только не хватает. А, он вообще тут рядом, да? Ты же не зайдешь за эту дверь? Как там, 302, по-моему. 203. Наверное, уже все. Больше инвентарь не увеличить. Здесь остались патроны для дробовика. Обычные. Нож на 103. Вы знаете, я вот думаю, что на самом деле червового ключа нигде нет. Именно. Тут
у нас остаются только патроны для дробовика и обычные патроны. Фотолабораторию я тоже, наверное, уже... Что у меня есть в инвентаре? USB-ключ. Это записки. Уходим. Так, я думаю, мы здесь сохранимся. И будем завязывать. Здесь уже нужны свежие мази. Кстати, что мы тут можем еще использовать? Ну все. Давайте, до встречи. Я думаю, мы победим ее. Хорошо, договорились. Дашь ему помахать потом. Давайте, ребят, спокойной ночи. В Дискорде напишу, кстати, когда там будет с продолжением. Может, мафию добьем еще? Окей, все, пока.